Хелена Мираева выступит на Одесском Евровидении под пятым номером этой итоги жеребьевки, которая прошла накануне. Впервые в истории проекта белорусы смогут проголосовать за свою представительницу. Поддержать юную артистку можно в интернете на сайте www.junior-eurovision.tv уже с пятницы 24 ноября. А сегодня Хелена ожидает первая репетиция. На прогон отводится всего 40 минут. Это самая первая репетиция. К ней я готовилась очень серьезно, упорно. Надеюсь, все получится очень здорово. Не терпится посмотреть уже наконец-таки на сцену. После репетиции в расписании Хелены интервью, консультация по гриму и запись визиток. Напомню, финал детского Евровидения состоится уже в воскресенье 26 ноября. Трансляцию конкурса будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Спутниковый Беларусь-24».